большой привет! У нас сегодня выездная экскурсия в Абрула-Дюрсо. Мы вместе с Аллочкой, с Наташей и Андрюхой приехали посмотреть, что такое Абрула-Дюрсо. С парковкой в Абрула-Дюрсо весьма проблематично. Даже если есть платная парковка, это не факт, что ты там найдешь место. Особенно поражают приезжие из Москвы, которые на платной парковке умудряют свой джип поставить на два места, ну, чтобы их не царапали, чтобы спокойно они могли припарковаться, да, но из-за этого они создают дефицит парковочных мест. Ну вот, три семерки 008 ХК, пендель тебе мотивационный, а мы вот ищем место, где припарковаться, все забито. Ну вот такая система оплаты парковки. Людей, охраняющих парковку, нету. На въезде берешь талончик, потом подошел, оплатил его и на выезде показал, что он оплачен. Ну и вот этот самый центр Абрула-Дюрсо, сама винодельня и спуск к озеру. Здравствуйте, девушка. Вы тоже в Абрула-Дюрсо. Вы такая красивая. Это Аллочка. Там вдалеке наши. Когда у вас много бутылок останется из-под вина или с шампанского, можно вот такую штуку сделать. Очень интересная идея. Вот такая новогодняя елочка. Все надежно. Хотели перекусить в кафешках уличных. В итоге крошка закончилась, пельмени нету. 30-40 минут нужно ждать, пока все сделают. Вот печальный такой опыт. Идем в столовую заводскую. Там тоже нужно ждать 30-40 минут. Но, во всяком случае, там дешево и сердечно. Пойдем попробуем. Да? А сейчас мы спросим у девушки. Девушка, скажите, пожалуйста, как вам вообще Абрула-Дюрсо, чтобы покушать, да? Нет, все плохо. Не нравится девушке. Да, парню тоже ничего не нравится. Но мы идем в столовую. Прямо советская столовая, СССР. Все, мы вошли в царство столовой Абрула-Дюрсо.
что Советский Союз. Долгие ожидания на раздаче. Столовая номер один, Бобруа Дюрсо. Фасольник 75 рублей, суп гороховый 70 рублей, гарнирчики по 30 рублей. Подошел второй человек к раздаче. Вообще, конечно, долго это все. Долго тянется, люди есть хотят, на улице жарко. Здесь хоть кондиционеры работают. В общем, здравствуй, Советский Союз. Один человек работает ботом, жалуется, что вынуждены выйти нас кормить. Очередь двигается еле-еле. Вот маленькая. Вот эта бутылочка нравится. Когда дом построим, возьмем ее. Что это, Майкл? Подвалы обрадили, все. Хорошая цена. Ну, что могу сказать по поводу фирменного магазина? Цены, конечно, фантастические. При всем уважении к Бобруа Дюрсо, дороговато. Европейские производители гораздо дешевле. Но это раскрученный бренд, тренд такой. И за это мы и платим деньги. Но мы ничего не купили, мы просто походили, посмотрели. То есть то шампанское, которое они продают здесь, можно купить
федеральных сетевых магазинах по гораздо приемлемой цене. Ну ничего, идем дальше гулять. Скала Брадерса. Купаются люди, жарко. Яхточки. На яхтах он под фонтаном. Это Брадерса. Мы на озере Брадерса. Замечательная солнечная погода. Легкий ветерок. Красиво. Поездка в Брадерса подошла к концу. Мы сходили в фирменный магазин, гуляли по парку, посмотрели окрестности озера, купили сувенирчики. Я купил себе очередной бокал пивной с эмблемой Абруа, естественно, магнитик. Ну и в фирменном магазине еще трубку для вина купили специально, которая откачивает воздух. В целом, да, здесь красиво, но сервис желает лучше. Как в столовой, так и в местных кафешках.
выбора особенного нету, и уже к 2 часам дня многие блюда просто закончились. Вот. Ну и цены, конечно, здесь соответственные. Что касается фирменных магазинов Абруа Дюрсо, по 1500, там, по 2 шампанское и даже по 700 рублей, это все-таки крутовато. Не настолько оно такое крутое шампанское, чтобы его за 10 евро покупать. Ну да ладно, это лично мой взгляд такой был. Да, все, ребята. Это был с вами я, Сергей Гуд, Викинг Лайф, обзор поездки в Абруа Дюрсо. Все, пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Все, домой едем. Домой, домой, домой. Нас везут домой. Там люди сидят. Нагулялись, напились. Красота. Видел, там есть станица Прохоровская.